Доброе утро, ребятки. Ну вот, мы видим, деление успешно закончилось. Теперь у нас из одной анемоны стало две. Было две анемоны, стало три. Я сначала посмотрел с другой стороны камня. Думал, там еще третий кусочек, но это было что-то другое. Обходил. Так что разделение получилось. Не знаю во сколько. Сейчас 8 часов утра. Я зашел здесь. Вот такая красота. Расползлись, значит, за ночь. Это как была, так и осталось. Ну, по всей видимости, они переместятся на более удачные места для них. Рыбок я кормлю один раз в день. Получают они от меня такой рацион. Например, первый раз я запускаю щепотку дафнии живой. Она некоторое время еще плавает в морской воде. Потом даю кусочек рыбы каждой рыбке. И даю к окончанию кормежки артемию, да? По-моему. Ну, артемия же это мороженое, вот такая в брикетиках. Размораживаю и пипеткой даю так, чтобы максимально избежать, чтобы все съедалось, чтобы не оставалось и не портились остатки пищи, не портили воды, чтобы все было пучком. Ладно, ребята, давайте, вот как обещал, вам снял. Какие вопросы есть, задавайте. Спасибо, до связи. Самочка, такой красавица, блин, вообще. Наглость, за руку кусает меня. Пытаешься что-нибудь сделать. И там вот, что я увидел еще, вот у меня вылезла одна. Пока она одна, ее надо уничтожить. Иначе потом это превратится в черти что. Здесь будут одни стеклянные розы. Все, давайте, ребята, пока, надо заканчивать.